ЛГБТ консенсусом, она возникла лет 5 назад и продолжает развиваться. Время от времени никто к ней возвращается, время от времени вообще не пытается. В этом году почему-то летом, в манеже, в августе, вдруг возникла возможность для него. Мы, в общем, подумали, что мы решили, что мы это сделаем в Москве, если не потому что здесь место такое уже теплое, раскачанное, здесь люди, которые нас понимают, очень много, с которым мы уже давно сотрудничаем, которые вообще все это здесь создало и держит в своих руках. У нас же есть особо любимые люди, которые занимаются с нами на просто. Вот, эти вот фотографии, которые висят по задней стенке, это тоже перформанс наших учеников вот так, с театра Марии Соловьевой и Лейнами. Прекрасно, я считаю, смотрят фильм. Ну и на этом, наверное, я вещи прощу, и давайте просто смотреть, давайте непосредственно воспринимать, потому что самое главное, как всегда, в нашем спектакле должно быть зайти в нашу сцену, а потом читать нюансы, внимательно. Thank you.
all that. Динамика, среди них будет ни вопросов, ни Я не знаю, что это.
хочется продукции. Да, я. С того года в курсе, я просто не был на живых мероприятиях. Сюрреалистическом ахуе. Что, как? Я в постсюрреалистическом ахуе пребываю. Да. Другими словами охарактеризовать не могу. Ну, сейчас Гошка как раз с моими детьми сидит. Да? В Черногорске? Но они, так как дети пошли писать в школу, они перебрались в воскресенье вечера. Ага. Перебрались обратно в город, а так я прям, у меня такая сейчас зародилась идея. В ноябре, ну, я могу сказать, там, и не успею все листва пойдет уже. И где-то вот числа топ. Я только за, на самом деле, потому что меня спрашивают, а кто в Москве еще? Я говорю, ну там вот есть ребята? Ну, я не знаю, насколько они открыты. Очень как раз раскрывающее то мое эмоциональное состояние, которое сейчас, когда я открываю. Мне нужна осень, мне нужна листва, чем? А ты там еще? Да. Куда ты там все снимаешь, Антонио? Я не помню, Егор был там то еще у тебя? Прямо в самом нет. А, да, Паша. Вконтакте, что дальше?
попался. Мы друг друга побаиваемся. Сейчас я тебя найду. Даша звала на прошлое выступление на Бауманке, когда почти была, в общем-то, инсталляция была почти контакт. Когда все было совсем рядом со зрителями, то есть почти вплотную. Вот тогда мне это очень хорошо вскрыло. Антонио. У нас едят ложки. Медитирует. Пока есть такая тема.
Вообще-то надо подумать с этим. А потом она уйдет. Это же не часто бывает. Да, это верно. И я не мальчик, девочка. А то есть у вас мальчик, как и девочка? Да, мальчик. Тебе, наверное, какой-нибудь другой стороны.